Костя, ты можешь еще немножко посидеть в зале с друзьями. Вот сейчас мы с Женей выполним заявки, которые у нас прямо сегодня у нас как-то лично касаются, да? Костя, ты здесь вспоминай песню «Человек, не любивший меня». Тебе у тебя просьба такую. Хорошо. Но у меня же очки. Галина настраивает. Мы сейчас говорим про Алексея Рассашанского, голос московского метро. Я вспомнил историю. Вообще, я не очень хорошо слышу. Вот. Есть немножко сложности в этом. И вот особенно, когда в машине, еще посторонний шум проводит, я вообще ничего понять не могу. Но всегда улыбаюсь и киваю в ответ и слову неплохим собеседником. Вот. И однажды я утром довольно рано ехал на репетицию и поднимался в этом метро Алексеевск, это длинный-длинный эскалатор. Утром, ну и так едешь, и едва-едва, значит, соприкасаясь с окружающей тебя действительностью, и вдруг, ну вот эта же реклама там идет постоянно, я ловлю себя на мысли, что слышу следующий текст. Уважаемые москвичи и гости столицы, электрики повар Дыкин доводит до вашего сведения. Дальше я как-то не запомнил, но вот набор специальностей этого человека и смелости, вот даже дерзновенности некоторые, мне показалось, в общем-то, довольно занятным. И так уж мне захотелось, что же он там до нашего сведения доводит. Вот, я даже вышел из метро и, ну, знаешь же, что все по кругу. Происходит, по крайней мере, с рекламой. И уже ложки навострим, еду. Ну, вот сейчас я и выясню, что за такое, за повар Дыкин такой, за электрик. И, конечно, было мое разочарование, когда я услышал, что это всего лишь навсего электрик для повара Дыкина. Знаете, но вот все, что мы не придумаем, все равно, оказывается, реализуется каким-то образом в жизни. А потом, спустя много лет, был у меня юбилей, и, значит, мои знакомые сделали мне концерт вот к этому дню в Дом Жюри. И один из поздравлявших меня людей подарил мне книгу и подписал ее «100 блюд из грибов». И звали его Алексей. Нет, Дыкин. Нет, Алексей Дыкин. И он действительно повар. Где электрик вообще? Но повар это железобетон, не знаю. Вот такая вот удивительная штука жизни. Исполняем просьбы трудящихся. Юрий Кислор. Мы стояли с пилотом. Медовые проводки с ледокола смотрели на гаснущий день, тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде, тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик. И казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством смотрела на наш ледокол, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством смотрела на наш ледокол.
Он вздохнул очень странно, командир вертолета философски заметил, такие дела. Он вздохнул очень странно, командир вертолета философски заметил, такие дела. И такой тут застал. Полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, и тот проходит, все ходит едва, на нем-то девчонка едва ли стоит, да и тот проходит, все ходит едва, и на нем-то девчонка. А потом будут жизни, дары и находки, много дел, много странствий, и много людей, чего же не снится. Белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде, чего же не снится. Thank you.
Почты не жди, придет пора.
Чувствую.
Открой, говорит, ведь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век сильнее всех ракет. И все ж мы делаем ракеты. Перекрываем Енисей, а также в области полету. Мы впереди планеты и всей. Мы впереди планеты и всей. Давай по программе-то. По программе же концерт закончился. Нет, по программе нам нашли песни, уже не избрать. А у нас еще есть. Какой есть? Да, есть. Мы, к сожалению, все, что могли, мы уже спели. Ботик мы споем. Ну, ботик-то мы споем, который... Там внимательные слова. Да, ну мы используем. Я, к сожалению, ботика не знаю. Такое бывает? Ну, не верим. Один рекрежа, там что вез рыбу для гамстра. Чего-то там, куда-то там, чего? Сейчас, нет, сейчас, как, расскажу, сейчас. Один рекрежа, там что вез рыбу для гамстра. Попал он раз в нешуточную вьюгу. Ах, миллиард гиганта, поперек морской волны шел ботик под названием Калуга. Тот рекрежат, что из рыбы для капстран, он ботик протаранил молчаливо. Нотарий из-под пива был виден капитан, хороший по армянского разлива. Так нафига ж вы ботик потопили? Узконародно, ведь был бы нам старый патефон. Два портрета и дикпихи, и курительный салон. Это все. А ты прикинь, сволочь, капитан Седой вскричал, француженка, наверное, мать твоя. А может, ты вообще, пардон, Шпрекин Зидович, и судно отвечали, я-я-я. Советское правительство послало документ и навело ракеты на балбесов. А бочку отгрохали огромный момент, которым и гордится вся Диссернемса. Так нафига ж вы ботик потопили? Ведь был в нем старый патефон. Два портрета Эдит Пихи и курительный салон. Прошу спасибо. Своими словами пересказали. Дело было так. А, тогда иду с собой. Хотите? Сторонки, а кому
Печали, как и сердце.
Земля была написана. Нет, наверное, я вспомнил сейчас, как у нас пригласили на польский фестиваль большой. Они большие любители Акуджавы и переводят на польский язык Акуджаву. И вот начали мы петь песню «Пани Панове». Она, в общем, вообще не короткая. Мы, значит, мы решили петь так. Куплет, значит, на русском, куплет на польском. Припев на русском, припев на польском. Куплет на польском, куплет на русском. В общем, мы спели эту песню, и закончилась первая передача. До осени оставим эту просьбу. Приходите на концерт наш с Лешей Рысашанским. Мы ее дуэтом поем очень много. На осень, так на осень. Как-то, может быть, закончим концерт тоже все. Давай юбилейную мы исполним песню. Нет, а сейчас мы... Нужен хороший гитарист. Я хотела... Наконец-то все спели. Есть еще ежик и ежик. А ты не ежик, а ежик? Никто не умеет говорить. Потому что... Пока у нас Тарасов исполняет просьбу «Человек, не любивший меня». Да. Женя берет укулеле. Я предлагаю не такую вот сложную песню, как «Человек не любивший меня», потому что есть абсолютно чудесные песни, которые я всегда пою на всех концертах, которые я когда-то сочинил. Что из того, что в Париже есть. «Человек не любивший меня» — хорошая песня, но она такая... Не для конца концов. Пропросят ежика. Говорю, зачем мне ежик? Давайте про «Лесное моление» споем. Зачем мне ежик? Московское небо за облаками всегда голубое, может рассыпаться старая мебель, может исчезнуть узор на обоях, все украдут, останется небо за облаками всегда голубое. Было бы достаточно свежего хлеба, но вино подойдет нам любое, если друзья не уходят и небо за облаками всегда голубое. На зеленый шагаем по зебре, белый, черный, взлеты и сбои. Нам светофор поменяют, а небо за облаками всегда голубое. Вся наша жизнь то ли был, то ли не был. Темное небо ночного прибоя схлынет волна, но останется небо за облаками всегда голубое. Схлынет волна, но останется небо за
мое имя коротко, где найти кого-то, могу бессмертным обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу бессмертным обойти. Весной нет разных зверей,
Константин Тарасов, где живу я.
грандиозный получился. Давайте к этому стремиться и следующее наше заседание. А когда оно состоится, не знаю, может быть, когда-нибудь. Следите за рекламой. Мы вас приглашаем. Спасибо. Я забыла. Почта.